ты вроде бы жилье искала. Сомневаюсь, что мне это по карману. Похоже, у Дюмета есть семья. А если бы... Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Напоминает говняный летний лагерь. Так, если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Ты видела пульт? Ему хана, плюс электричества нет. А если вот здесь? Может, здесь что-то полезное. Yeah.
Может, сможем его починить. Джейми, можешь починить? Молодец! А там что? Слышишь? Привет. А ты кто?
О, да, мне уже полегчало. Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно, мистер Дюмет. Теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно, мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Ты идешь? Ага. Боишься высоты? Ну так. Да. О, нет! Мы все умрем! Просто иди. Господи, расслабься, Марк. О, далеко лететь. Ты как? Перенести тебя? Не издевайся. Ладно, извини. Вспомни, что психолог говорил. Что смеяться над твоим неврозом вряд ли поможет быстрее от него избавиться. Знаю. Я же извинилась. Спасибо. Так, дай мне руку. Ну вот. Все, ты смог. Не смотреть. Не смотри вниз. Да. Вот. Молодец. Спасибо. Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. Пошли, догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Это просто... Мистер Дюмет, это место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Привет. А ты кто? Ты чего это? Я видела девочку. Вон там. Единственная фанатка. И та уже пропала. Какая же ты стервозина. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Это потрясающе. Ого! Смотрите, просто... невероятно. Да, правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А это не все вещи? Не волнуйтесь, весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эрин, сигарета? В синем рюкзаке. Располагайтесь, мы пообщаемся за ужином. 8. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Я был прав.
появился. Дела, дела, дела. Где ты шляешься целый день, пока я тут сижу и беспокоюсь? Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Эту песню я... Прости. Напугала? О, господи! Я в трусы напустила! Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же, это место меня пугает. Да, тут необычно. Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою, панике и страху волю не даю. Но это не помогает. Да уж. 181. А, мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Давай. Удачи там. Не потеряйся. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай. Да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да. Давай. А то я бы заблудилась. Это коридор. Ты чего? Так, ну вот. Что ж, тут... мило. Прикольно. Опять будем спать вместе, а утром поженимся. Ты говоришь во сне. Ну, если ты не в курсе. Да ну. И про что же? В тот раз ты в основном бессвязно ругалась. А, так я не спала. Просто читала подряд посты Кейт в соцсетях. Ох, дико бесит. Слушай, только не злись. Но со мной она милая. И она переживает из-за Марка сильнее, чем кажется. Херня, она робот. А где туалет? Стоп, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Что это? Вино. Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем... Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно. Опять. Да, он это любит. Но мы не на работе. Еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати, а ты мило злишься. Мила? Я? Я милая? Оу. Возьми мою, если микробов не боишься. Спасибо, я лучше поищу. Где она? Она вон там, около стены, видишь? Ты чего? Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. Все точно хорошо? А то... Ну, я же тебя еще напугала, мало ли. Нет. Но правда, ты здесь ни при чем. Я просто...
пытаюсь сделать вид, что здорова, понимаешь? Как будто могу обойтись без ингалятора. Победа духа над телом, все такое. Но пыль, аллергия и прочее... Мне просто надо быть осторожней. Точно? Да, точно. В общем, да. Уютно. Будешь это пить? Все, ты отравилась. А неплохо. А ты не врешь? Пикантный вкус. Хороший год. Точно? Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. О! И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. О, господи! Вот ты засранка! Ты мне все наврала! О, прости. Если ты про то, что ты мила... Правда? Это у меня от вина лицо покраснело. Совсем не от смущения. Правда. Клянусь. Прости. Не хотела смущать. Я... Да, просто... Мы работаем вместе. А Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты милая. Просто, ну... О, боже мой, прости. Нет, нет, все нормально. Я думала... Ох, так глупо. Ну... Я, конечно, малость флиртовала, но поверить ты прям... Поверить не могу, что я сейчас... Кто там? Дрочишь тут втихую, старый извращенец? Простите, я что, вам как-то помешал? Нет, мы просто болтали. Думали, потянет ли сеть наше оборудование. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. Хм. Странные штуки на дверях. Это цифры. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, минут 10. И давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного. После ужина будем снимать. У вас 10 минут. Ладно, тогда скоро спустимся. А, Эрин, я осмотрел в синей сумке. Сигарет нет. Я их туда положила. Так найди. Может, кто-то из нас дальтоники не знает, какая сумка синяя. Потом договорим? Да, если не поздно, закончим съемки. Удачно найти комнаты. Давай, скорее, бегом. Куда это они?
Ну? Я ищу. А, Кейт просила передать. Сломай стены. Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Не отвечай. А визитки хорошо вышли. Ага, теснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? В смысле, профи. Старая школа. Я заказал поплотнее бумагу и логотип из фольги. Черт. Надо было одну дать мистеру Дюмету. Нашлись? Нет. Клянусь, я точно сюда положила. Не понимаю. Господи. Так, прекрати бессистемно копаться в вещах. Начинай искать с умом. Синяя сумка, передний карман. Я специально запомнила. Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я не знаю. Хотя Кейт вполне могла бы. Или Джимми. Мне жаль. Ладно, есть другие дела. Этот отель огромный. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя, так что... Пошли, проверим. Если найдешь первый, я все прощу.